Азербайджанские танкисты приступили к первому заезду в конкурсе «Танковый биатлон», проходящем в Москве в рамках Армейских международных игр 2021. На этапе индивидуальная гонка азербайджанские танкисты состязались с командами из Казахстана, Беларуси и Сербии. Азербайджанские танкисты, уничтожив условные цели точным огнем и преодолев расстояние по маршруту, заняли второе место в своей группе.